Hello, everyone, and welcome to another lesson for beginners. Today, we're going to talk about the strawberry. Mm, let's get started. Это клубника. Это клубника. Да, это клубника. Это яблоко? Нет, это не яблоко. Это ягода клубника. Это ягода? Да, это ягода клубника. Это ягода или овощ? Это ягода. Она красная. Клубника синяя. Нет, она не синяя, она красная. Синий клубники не бывает. Клубника это красная ягода. А это клубничный пирог. Это клубничный пирог? Да, это клубничный пирог. Это клубничный суп? Нет, это не суп. Это клубничный пирог. Это клубничный или яблочный пирог? Это клубничный пирог. Он лежит на тарелке. Он лежит на тарелке? Да, он лежит на тарелке. Он лежит на тарелке или в сумке? Он лежит на тарелке. Он не в сумке. А это... Клубничный джем. Он вкусный. Клубничный джем вкусный. Да, клубничный джем очень вкусный. Он сладкий. Клубничный джем горький. Нет, он не горький, он сладкий. Клубничный джем кислый или сладкий? Он сладкий. Клубничный джем очень сладкий и вкусный. And that was it for today. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to my channel for more Russian language lessons. Bye bye!